Так. Кто отвечает? Нам ладно. Александр Друзь. Воскресенье, следующий матч Локомотива у нас будет. Какие команды вам нравились? Говорил за «Спартак» в детстве и мечтал с каких-то играть. А мир были эти балла, Тихоны. Так что, в принципе, со всеми свиделся и начался. Ну, примерно все одного возраста, например, один самый старший, и поэтому мы все в «Спартаке» росли. Откуда ты начал свою карьеру? Со своих городов, которые я родился, и там начинал футбол. А тебе больше нравится тренироваться? Были же во многих странах на сборах. Лучше в Тарасовке, конечно. А в Испании нравится? Понятно. Вот еще мальчики не бывают. Да, как считается голом, когда от ворот до ворот перекладывается? Конечно, да, считается. Бывает часто вратарь убивает, мяч перелетает. Иногда один раз отскакивает половину поля. Все правильно. Да если болеешь за «Спартак». Ты тоже «Спартак»? Мяч. Артем, 2018 год, год волонтера в России. «Спартак» в этом отношении не остался в стороне. Да, мы с ребятами с удовольствием приняли участие в благотворительном фонде «Спартак детям». Это первое мероприятие данного фонда. И как раз фонд создан в июле 2018 года, поэтому мы с радостью откликнулись и пришли сегодня к ребятам. Мероприятие с детьми всегда трогательное. А почему выбрали именно Филатовскую больницу? Опять же, так получилось. Мне более близка, скажем так, тема со зрением, да. И когда шли сюда, я тоже спрашивал, что именно здесь, какие проблемы у детей. И оказалось, что у ребят проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И опять же, немножко другое направление. Было интересно посмотреть, как здесь все устроено. Какие основные задачи этого фонда? Основные задачи фонда, как и любого, наверное, это привлечение внимания, это проведение каких-то специальных акций, которые идут на пользу для детей, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому мы с удовольствием, опять же, подчеркну, сюда пришли, и фонд будет проводить подобные акции здесь или в других где-то местах, чтобы обратить внимание на проблемы детей. Дети сегодня задавали различные вопросы. Вам какой больше всего удивил? Много было хороших вопросов. Дети вообще, они такие позитивные ребята. У них нет каких-то корыстных, скажем так, целей, да, в их вопросах. Ну, был интересный вопрос про вратарей. Сколько лет Досаеву? Самый лучший вопрос был. Я, честно, немножко запутался. Пришлось подсмотреть телефон. Ну, плюс-минус я практически правильно ответил. Это мероприятие не единственный проект фонда, верно? Да, конечно, это только начало. Я думаю, будут проводиться другие акции, и мы будем принимать участие, и другие наши партнеры обязательно будут принимать участие в подобных акциях. Большой радостью. Последнее еще что спрошу. А когда заходил в палату к ребятам, какие ощущения были? Ну, ощущения были нормальные, в принципе. Ребята улыбались, они были нам рады, несмотря на то, что у них там у кого-то какие-то есть болячки, но видно, что они нам обрадовались, тем более в одной из палат там ребята, у кого-то папа за «Спартак» болеет, у девочки одной, другой мальчик во дворе играет там, и нашими фамилиями, скажем так, постоянно обращаются друг к другу. Поэтому они были нам рады, и я думаю, мы им дали, наверное, лучик такого позитива, который поможет им поскорее выздороветь и быть еще крепче.